Всем привет! Предлагаю вашему вниманию отчет за ноябрь месяц по совместному проекту «Мои любимые коты 3». Всего 2 месяца идет этот проект, а у нас уже столько готовых работ. Видно, участницы спешат, стараются завершить побольше работ в этом году. И у многих не один проект. Итак, начнем с новых участниц и, конечно же, завершенных работ. Желаю приятного просмотра, ну и поехали! Светлана Селидуева вступает в наш совместный проект с набором фирмы Риолис. Пишет нам, что канва здесь рыхлая, и все думала Светлана заменить эту основу, но решила оставить ее и вышивает на основе, которая была вложена в набор. Мы видим то, что получается. Очень хороший прогресс за 1 месяц. И дизайн должен быть размером 21 на 30 сантиметров. Это вышивка шерстью. Мы видим, что у нас кот уже практически готов. И так тут сложены ниточки, как будто он извергает огнем изо рта. Ну, еще видно, что не дошит. И интересно будет посмотреть, как будет смотреться вот это витражное стекло. Юлия Дубинкина успела завершить уже один процесс. Это оригинальный набор фирмы Риолис, вышивка шерстью, котенок на книжке. Ну и мы видим, что помощник очень внимательно наблюдает, чтобы все крестики были отшиты ровненько, как надо. Ну и Юлия также приступила к парному дизайну, это котята в корзинке. И мы видим, уже практически половина работы готова, отличная скорость, поздравляем. Случился финиш, и у Натальи Зенкиной вот такой замечательный котик от фирмы Алиса вышился. И пишет Наталья, что данный шеф-повар, он должен занять свое почетное место на кухонном фартуке у Натальи, и тогда вместе будут они готовить очень вкусные блюда. Очень бы хотелось. Светлана Минаева также представляет нам финиш. Очень быстро отшился набор от клубка желаний, но это дизайн фирмы Dimensions, вот такой снежный барс. Напомню, что вышивался он на Аиде 14 каунта молочного цвета. Размер готовой работы 38 на 30 сантиметров, 20 чистых цветов, 4 бленда, ну и, конечно же, здесь крест, полукрест, обратный стежок и выкладная нить. Пишет Светлана, что вышивался легко, работа летела, такого быстрого результата сама от себя не ожидала. Осталась довольна результатом, получила огромное удовольствие от процесса, всем рекомендует. Ну, действительно, за 2 месяца, даже меньше, отшить вот такую огромную работу просто великолепно. И результат действительно шикарный, поздравляем. Также Светлана Минаева продолжает участие с новым набором, и тоже большой такой серьезный размер работы будет, 36 на 28 сантиметров. Это у нас классик дизайн, набор называется «Тигр», но мы знаем, что это дизайн фирмы Dimensions. И пишет нам Светлана: это первый отчет по данному процессу, результат 4 дней. Посмотрите, как работа хорошо вышла за 4 дня. Пишет нам: вышивается легко, в технике используется крест, полукрест, бэксич. В работе используется 26 чистых цветов, которые вышиваются крестом в 2 нити, 6 блендов крестом в 2 нити и полукрест, состоящий из блендов в 4 и 6 сложений нити. Работа продвигается легко, на первом этапе пока смущает только цветовая гамма. Отшила небольшую часть уха, использовались разные оттенки нитей, в том числе голубого, сиреневого и фиолетового цветов. Очень интересно будет посмотреть, что получится в итоге. Это мой первый набор от данного производителя. Ну и поздравляю всех с началом зимы, желаю всем здоровья. Отличный. А это бисерный финиш. Данную работу вышивала Татьяна Торова. Дизайн называется «Аромат цветов». Вот такой прекрасный котик, который улегся в тени цветущих цветов. Работа вышилась у Татьяны очень быстро, всего лишь за 1 месяц. Здесь достаточно большой объем, и вот такая красота перед нами. Конечно, бисер всегда тяжело представить. Мы можем только представлять себе, как он блестит, но видно, что все очень хорошо
здесь разработана. Поздравляем с итогом. И еще одна готовая работа. Милые котики, которые играют в саду. Много разных цветов. Яркая, сочная работа. Данную работу у нас вышивала Янина Преображенска. Это наборчик фирмы Joy Sunday. И вышивка здесь выполнена на основе с напечатанным фоном Аида 14 аккаунта. Использовала 44 цвета. Работа достаточно большая, но, как мы видим, вышилась она тоже очень-очень быстро. И эту работу Янина будет дарить своей подруге. Прекрасный итог, поздравляем. Алла Белочка выполнила вот такую интересную работу на деревянной заготовке от фирмы MP Studio. Размер работы 19 на 14 сантиметров. Здесь вышивка у нас и крестиком, и бисером. Получилось очень интересно, оригинально. И молодцы производители, что они выполнили эту заготовку в виде окошка. Интересно смотрится вся работа. И эта вышивка не одна, есть еще серия таких прекрасных окошек с кошечками. Я думаю, что, надеюсь, что Алла еще вышит и нам, конечно же, покажет. Но подробности, за подробностями заходите на канал к Алле. А это финиш от Ольги Кабачевой. Очень интересная работа, масштабная, такие хорошие котики и работа не маленькая. Вот что нам пишет Ольга. Ура, работа закончена. Подвожу итог. Размер 47 на 36 сантиметров. Пишет нам, что это еще работа не стиранная. 330 на 254 крестика, 18 каунт. Вышивка идет крестом в 2 ниточки. Используется 51 чистый цвет и 13 блендов. Бэкстич только усы. Всего работала над набором 74 вышивальных дня. Честно говоря, купила этот набор по случаю с большой скидкой. Это была незапланированная покупка, что бывает со мной очень редко. Начала ее вышивать по одной неделе в месяц, чтобы хоть как-то она двигалась. Но, вступив в СП, закончила очень быстро. Вышивалась легко, но это же золотое руно. От монохрома не устала, но красные цвета вышивала как десерт. Спасибо вам, Юля, за СП. И вам спасибо огромное за участие, за то, что дали нам возможность полюбоваться на этот отшив. Очень редкая работа и очень интересная. Интересно, а будет она оформляться? Еще один необычный дизайн, очень редкий и очень интересный, представляет нам Галина Агеева. И пишет: вот и готова подушка с милыми котятами, набор фирмы Sunset, артикуль 12064. Это гобелен с шерстяными ниточками, а также используются здесь различные виды стежков вокруг котят. Благодаря шерстяным ниточкам подушка получилась мягкой и очень уютной. Сейчас сделаю перенабор схемы, чтобы этот дизайн не канул в лету, его смогли вышить и другие любители котиков. Раньше я этого не делала, поэтому немножко сложно продвигается работа, особенно сложно подобрать соответствие ниток ДМС шерстяным из набора. Видео о работе от старта до завершения будет немного позже на канале, когда уже завершу перенабор и смогу оставить его ссылку на этот перенабор. В общем, вы, девочки, понимаете, что нужно стучаться к Галине, кому понравился этот дизайн. Дизайн действительно очень интересный, я его никогда не видела, и как хорошо получилось и оформить у Галины. Подушка смотрится, видно, что она мягкая, она пушистая, очень такая нежная. Ну и, конечно же, посмотрите, какая здесь фотография. Кот молодец, модель. Ну и также Галина продолжает участие уже с новым наборчиком. Тоже здесь очень что-то интересное. Пишет нам Галина, что продолжаю участие в СП с набором фирмы «Маричка. Кошка на горошине». Вышивка мулине декоративными стежками. Давно я не вышивала в этой технике. Пора вспомнить и порадовать себя интересной работой. В наборе также есть бисер, бусины и швов, петельный, гладевой, тамбурный, стебельчатый, обметочный, розы, паутинка и знакомые французики. Интересно будет вышивать. Видео о работе от обзора до завершения будет на канале. Я уже жду это видео, потому что у этой фирмы
интересные разработки, и здесь используются различные техники. Действительно, хочется посмотреть, как это все будет смотреться. Ну и хочу напомнить, что вышитые готовые работы добавляем в журнал в альбом с готовыми работами, так как по итогу нашего совместного проекта состоится розыгрыш. У нас есть спонсоры. Во-первых, это магазин «Клубок желаний». Этот магазин нам предоставляет набор, вот такой новогодний праздничный набор «Самый лучший подарок». И второй подарочек для нас сделает Марина Шматкова, у нее своя группа ВКонтакте Shining for You. Вот такие прекрасные, милые аксессуары делает Марина, и какой-то комплект сделает для наших совместных проектов. И переходим к отчетам. Представляю вам отчет Анны Коноваловой. Анна у нас вышивает набор фирмы Joy Sunday, вот такая прекрасная, очень грозная пантера на черной основе 18 аккаунта. Вначале написала Анна, что работа идет тяжело, но вот сейчас я вижу, что нам пишет Анна, что вышила 1444 крестика и готова 44%. Я не знаю, она так специально подгадала, чтобы все четверки были, или это случайно получилось. Но в любом случае, видите, работа очень хорошо подросла, и очень это меня радует. Вторая работа Анны – это львица из книги «Вышиваем животных». Здесь за месяц работа подросла на 1843 стежка, это 11%. Пишет Анна, что вышивает первый раз таким способом, и вроде бы все получается. Но раз на 1843 стежка подросла, значит, получается, тоже очень-очень хороший прогресс. Отчет Натальи Ивановой. Вышивает Наталья вот такого счастливого парящего кота. Это схемка из группы ВКонтакте. Вышивается на Аиде 16 аккаунта. Размер 141 на 196 крестиков. Используется всего лишь 10 цветов. Пишет нам Наталья, что продвижения небольшие, так как не хватает времени. И также есть немножко проблемы со схемой, так как есть похожие значки, которые сложно читаются. И поэтому работа немного продвинулась за этот месяц, но мне кажется, очень даже и неплохо. И вторая работа Натальи Ивановой – это оригинальный набор фирмы Dimensions «Макс Рыболов». Первый раз Наталья вышивает фирму Dimensions, и вот взялась сразу с такого непростого дизайна, но этот дизайн очень интересный. Я думаю, что все получится. На сегодня Наталья нам пишет, что продвижение по этой работе совсем маленькие, вроде сюжет нравится, но что-то не идет. Еще обнаружила ошибку на одну клеточку, пришлось распороть всю отшитую лампу и вышить ее заново. После того, как сделала боковую натяжку с помощью стяжек, стало чуть-чуть легче. Идея хорошая, действительно удобно. Спасибо вышивальному YouTube за лайфхак. Ну а я желаю шустрой иголочки, все получится. Наталья Ступак приступила к вышивке набора Custom Crafts «Голубоглазый тигр». Размер готовой работы будет 35,6 на 27,9 см. Число стежков 196 на 154. Участвует 28 цветов. Вышивается на Аиде 14 аккаунта в 2 ниточки. И пишет нам Наталья, что уже вот приступила. Есть маленький старт. Ну, мы, конечно же, ждем большего. Хочется увидеть, как будет вышиваться и продвигаться эта работа. А этого прекрасного котика вышивает у нас Ангелина Орлова. Пишет нам Ангелина. Уделяла этому процессу не так много времени, идет у меня с трудом, но чувствую, что скоро втянусь в процесс и вышью его быстро. Заметно подрос только хвост, потом будет анкоровский бэкстич. Хочу завершить эту работу до Нового года, к этому буду стремиться, хоть и вышивать еще много. Но я думаю, все получится, главное организоваться. Ксения Плеханова вышивает в нашем совместном проекте дизайн фирмы Dimensions Мэгги рукодельница. И вступила Ксения в наш совместный проект практически на начальном этапе.
с этой работой и посмотрите за 2 месяца, что уже есть, как хорошо выросла работа. Конечно, видно, что бэкстич еще не выполнен, но сколько уже стежков сделано. Пишет нам Ксения, что за ноябрь появилась Мэгги швейная машинка, появилась немного бэкстича и выкладная нить на скатерти. Кординг, думаю, делать уже после стирки работы. Скорость немного уменьшилась, но закончить успею. Очень красивая работа. Желаем шустрой булочки. Отчет от Татьяны Буркицы. И пишет Татьяна. Юлия, хочу поделиться своими продвижениями за ноябрь. У котика уже появился 1 глаз и часть усов. Котик продолжает радовать позитивными красками. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Пусть он принесет много счастья. Отчет Ирины Силаевой. Ирина вышивает набор фирмы «Новослобода» перед сном. И видно, что работа хорошо продвигается. Вон и запялец уже сколько мордашек выглядывает. А это отчет Марины Лакизы. Марина вышивает набор фирмы Пана «Летний полдень». Вот такая милая, симпатичная кошечка, которая наблюдает за бабочками, цветочки. Наборчик очень милый, и видно, что все хорошо здесь проработано, потому что работа вышивается очень-очень быстро. Размер работы будет 24 на 32 сантиметра. Используется здесь 21 цвет ниточек фирмы «Гамма». Отчет Анастасии Лурье. Мой отчет за ноябрь. Вышивала всего пару вечеров, так как времени совсем нет на любимое хобби. Вышивать черепицу не так просто на темной принтованной канве. Буду стараться продвинуть в следующем месяце. А это отчет Насти Марковой. Пишет нам Настя. Переорганизовала я процесс, натянула его на раму, нитки нарезала на пасмы одинаковой длины и навесила их на органайзер. Так как вышивается в 3 нити, то приходилось 3 раза отматывать нить, следить, чтобы они были все одинаковой длины, что очень замедляло процесс. А теперь все удобно. Вытащила ниточку из органайзера и вышиваю себе в удовольствие. Почему я до этого не додумалась раньше, не знаю. Все-таки правильная организация процесса имеет большое значение. Это да, организация всегда помогает, это наше все. И напоминаю, что это набор фирмы Риолис, абиссинские кошки. Вышивается на AIDI 10 аккаунта, используется 22 цвета шерстяных ниточек. Вот такая красота уже получается у Насти. И в этом месяце Екатерина Плотникова выдала тысячи и тысячи крестиков на гора. Очень хорошее продвижение. Здесь Екатерина вышивает вот такую красивую пуму по китайскому набору. Размер этого дизайна 40 на 40 сантиметров, 25 цветов. Пишет, что материалы неплохие, канва приятной жесткости, нитки среднего качества, немного путаются, но впечатление от процесса не портят. Схема разработана очень хорошо. И мы видим, что очень все хорошо продвигается. Илона в нашем совместном проекте вышивает 2 работы. Во-первых, это у нас схема «Химера». Ниточки здесь СХС, 75 цветов. Вышивается на AIDI 20 аккаунта голубого цвета. Вот такая вот мелкая основа. Пишет, что в этом месяце вышилось немного, но все-таки есть продвижение. Ну да, конечно, на мелкой основе такие сложные дизайны идут не так-то быстро, как хотелось бы, но главное, работа продвигается. Вторая работа вышилась побольше. Это у нас оригинальный набор фирмы Luca S. Размер работы 22 на 18 сантиметров. Используется 40 цветов ниточек Анкор. И пишет нам Илона, что здесь появилась еще мордочка. Все вышивается замечательно. Ну, в принципе, Luca S, он уже проверенный производитель. И результат мы знаем, что будет прекрасный, но мы видим, что и скорость у Илоны на данном процессе очень-очень хорошая. Работа вышивается большими темпами.
Евгения Игонина вышивает набор фирмы «Искусница», называется «Аквариум». Вышивается на Аиде 14 аккаунта. И, как мы видим, работа очень хорошо продвинулась. Осталось вышить только голову у кота. И получилась такая интересная фотография, как будто кот залез в аквариум, как будто у него на голове аквариум. Но осталось уже совсем чуть-чуть, Евгений, конечно же, ждем готовую работу. Второй процесс, который вышивает Евгения Игонина, это набор фирмы Dimensions Cat Lady 140 на 180 крестика, вышивается на Аиде 14 аккаунта. Вначале у Евгении была проблема с основой, как мы знаем, у Dimensions такая очень жесткая основа, на ней сложно вышивать, но пишет Евгения, что основу постирала и теперь процесс пошел повеселей, появилась подушка и немного фона. Ну и, конечно же, мы ждем все остальные подушечки, ну и саму красавицу. Наталья Власова вышивает набор фирмы «Чудесная игла», вышивается на ID 14 аккаунта, размер работы будет 24 на 26 сантиметров. Вот такая пара прекрасных кошечек. Пишет нам Наталья, что появился уже бэкстич, в этом месяце небольшие продвижения, но Наталья ими довольна. Конечно, продвижение есть продвижение, это всегда радует. Анна Выговская вышивает вот такой нестандартный и очень масштабный дизайн. Это хаэт «Разрази меня угром», 399 на 499 стежков, вышивается на двунитки 24 аккаунта полукрестом в две ниточки ДМС. И за этот месяц вышито 11 181 полукрестик. У Анны идет все по программе, и в прошлом месяце было 11 тысяч с лишним, и в этом месяце просто удивительная скорость. И вот такими темпами работа растет, растет. Я надеюсь, мы скоро увидим уже и кота. Ольга Матросова вышивает дизайн фирмы Dimensions. Слишком устал, но это у нас разработка... Комплектация от магазина Joy Sunday. Размер работы будет 36 на 36 сантиметров. Вышивается на Аиде 14 аккаунта ниточками SHS. Пишет нам Ольга, что поначалу работа летела, но потом очень затянулась и даже полмесяца лежала. Наверное, сюжет говорит сам о себе. Ну и в итоге Ольга, пересилив себя, продолжает вышивать эту работу. Ну, я вижу, два котика, они на пару отдыхают, то очень сильно они устали. Но в любом случае работа очень хорошо продвинулась, отлично идет работа. Анна Красноярская вышивает замечательный дизайн по набору фирмы «Панна», домовенок «Поварешкин». Размер готовой работы должен быть 24 на 24 сантиметра, 150 на 150 крестика. Вот такой вот милый, очень уютный дизайн. Но почему-то у Аллы он не очень продвигается, какие-то сложности есть. Наверное, нужно настроиться, чтобы процесс пошел побыстрее. А может быть, нужно начать уже сразу с кота, тогда и все остальное вышьется легко и с настроением. Анжелика Журавлева вышивает набор фирмы Dimension «Снежный леопард». Размер работы 38 на 30 сантиметров. Вышивается на ID 14 аккаунта. Ну и мы видим, что здесь появился глаз, появился нос. Уже леопард на нас поглядывает одним глазом из основы. Ну, нужно уже и все остальное вышить. Я надеюсь, что Анжелика постарается, в следующем месяце нам уже покажет больше результатов. Юлия Зверева очень активно и продуктивно работает над набором фирмы Dimensions. Слишком устал, всем известный, но очень любимый дизайн. Размер работы будет 27 на 27 сантиметров. Вышивается на ID 14 аккаунта, цвет Ivory. Используется 21 цвет ниточек. И пишет нам Юлия, что в этом месяце работа хорошо подросла, уже вышито 62%. Появился чайничек и очертания котика. Хорошо вышивается, легко и логично. И пишет нам Юля, что пора приступить и к бэкстичу. Мы ждем продвижений.
Елена Аканева вышивает очень интересный набор фирмы Dimensions Nine Leaves. Это раритетный уже набор, американская сборка. И мы видим вот такие продвижения. Вышивается центральный сейчас участок, где у нас два котика. Мы надеемся, что увидим скоро побольше котов, конечно же, с бэкстичем. Айгуля Сайфудинова вышивает авторскую схему. Вот такой вот сложный дизайн, но очень интересный. Размер работы будет 250 на 313 крестиков. Используется здесь 44 цвета плюс 15 блендов. Вышивает Айгуля полукрестом, как мы видим, и пишет нам, что в этом месяце закончен второй лист. По одному листу в месяц. Прекрасное продвижение. Ирина Цветаева вышивает дизайн, который называется «Пушистое чудо». Здесь используется 18 цветов мулине и вышивается на аиде 14 каунта с нанесенным рисунком. Размер работы 20 на 14 сантиметров. Пишет нам Ирина, что, к сожалению, в этом месяце было совсем мало времени на вышивку. Месяц выдался очень насыщенный. Хотелось много успеть, но не получилось. Незначительное продвижение в этой работе есть. Потихоньку вышивается. А это главное. Встречайте красавицу-купчиху от фирмы «Чудесные иглы». Данный дизайн вышивает Татьяна Петрова. Размер работы будет 38 на 38 сантиметров. Вышивается на аиде 14 каунта. Ниточки здесь BSTEX. И пишет нам Татьяна, что вышивается все легко, к ниткам нареканий нет. И пишет нам, что пока нового питомца нет. Пока. Ну, все, наверное, еще впереди. Анна Кукорина вышивает вот такой прекрасный дизайн лунного кота. Размер работы 60 на 40 сантиметров. Очень большая масштабная работа. Вышивается на 14 каунте с нанесенным рисунком. И здесь у нас всего 16 цветов ниточек мулине. Пишет нам Анна, что вышивка движется медленно. Времени, как всегда, не хватает. Ну, это проблема у всех у нас рукодельниц. Но самое главное, что процесс нравится и работа идет с настроением. Надеется Анна, что в следующем месяце появится уже кот. Нам бы этого очень-очень хотелось. Встречайте отчет Ирины Остапенковой. Здесь вышивается набор фирмы Dimensions, Мишка и котята. Вот такие замечательные три котенка уже смотрят на нас с основы, пусть пока еще без бэкстича, но они уже присутствуют. Пишет Ирина, что набор вышивается очень легко, интересно, и всем рекомендуют данный дизайн, так как он несложный. Ну и мы видим, что красивый результат получается. Dimensions есть Dimensions. И, наконец-то, мой отчет. У меня случился экватор в этом месяце. Половина работы вышита, даже чуточку побольше. Появилась львица, пока без бэкстича, но она уже есть. Зашит фон и часть, конечно, травы, но ровно половина. На следующий месяц, точнее на декабрь, я планирую вышить верхнюю часть неба. Здесь все вышивается легко, полукрестом, просто нужно потратить какое-то время, конечно же, трудозатраты есть, чтобы его вышить, но по технике выполнения здесь все очень просто. Ну и надеюсь, смогу вышить бэкстич на моей львице, чтобы порадовать себя и вас какими-то такими более видными результатами. Вот на этом наши отчеты завершаются за ноябрь. Желаю хороших продвижений в декабре. В декабре, конечно же, у нас ждут много праздников, другие заботы. Но, тем не менее, даже небольшой прогресс – это прогресс. Жду ваши отчеты, как всегда, в первых числах января. Я дам, конечно же, отсрочку на несколько дней. И желаю вам хороших результатов. До новых встреч. Всем пока-пока.